смело смотрим в будущее. Поэтому наш сегодняшний семинар мы назвали «Создавая будущее». Считаю хорошим заделом на 2024 год. Давайте создавать будущее уже сейчас и достигать новых высот вместе. Первый раз очень понравилось. Очень емкое мероприятие, много полезного и интересного, очень хороший уровень и, в принципе, такая дружественная обстановка располагает к беседе, к диалогу и, в общем, приятно. На семинаре впервые. Спасибо за организацию семинара, все проходит очень хорошо, информативно. Больше всего заинтересовала тема покраски. И было интересно послушать, значит, технологию ее. Это более гарантийный материал будет. В будущем будет показывать себя только с хорошей стороны. И он практичнее. Мы пользуемся рабочим столом. Да, очень удобный рабочий стол. Интересно было бы получать информацию. Мы общались со специалистом, кстати, вот по рабочему столу. Задавали свои там актуальные вопросы, получили на них ответы, да, все, диалог прошел. Компания ВИК только продвижение, развитие, ну и дальнейших успехов, побольше дилеров.